Региональные бренды Алтайского края поддержат на государственном уровне. Об этом стало известно в ходе заседания Совета Федерации. По словам его председателя Валентины Матвиенко, особое внимание следует уделять Институту интеллектуальной собственности, а именно регистрации брендов. Это позволит создавать новые возможности для развития регионов. Это не только позволит сохранить региональное уникальное производство, но, безусловно, обеспечивать дополнительные доходы бюджета всех уровней, в первую очередь местную казну. Участие в заседании принял и глава Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что наш регион уже давно работает в данном направлении, и ему есть чем гордиться. Это и высококачественные продукты питания, такие как сыр, мед, гречка, минеральная вода, а также туристический потенциал. Особое внимание в Алтайском крае уделяется развитию туризма. Бренд «Алтайский край. Все настоящее» является частью многолетней масштабной кампании по продвижению туризма в нашем регионе.